Знакомьтесь, Олег Чейн, предприниматель, интернет-маркетолог, генеральный директор проекта Канна СОС, энтузиаст блокчейн. Олег окончил Куйбышевский политехнический институт. В 1994 году Чейн эмигрировал в Канаду, где и начал бизнес практически с чистого листа, имея в кармане всего $500. В 1998 году Олег стал президентом компании T1 Communication Inc., провайдера дальней связи. Почти 20 лет он посвятил сфере коммуникаций, был президентом и владельцем нескольких компаний. В 2014 году Чейн заинтересовался развитием интернет-индустрии в сфере каннабиса. Сейчас Олег является генеральным директором Канна СОС, социальной платформы, работающей в сфере каннабис-индустрии.